Хочу вам показать, как ведет себя белый швед. Сегодня у нас середина, почти середина месяца июня, 17 июня. Вот у нас ягодки созревают. Их много, они зреют постепенно, как многие. Мы видим ягодки. Она, конечно, заметно отличается от других сортов, потому что ягодки такие беловато-красные по цвету. Вот, вот они уже зрелые висят. Белый швед. Вот она тоже зрелая ягодка. Вот она, белая ягодка. Саженцами я занимаюсь. Можете заказывать саженцы. Я обычно работаю по предоплате. То есть вы оплачиваете, я в течение 2 дней вам отправляю по почте эту ягодку в посылке. Потом высылаю также штрих-код, чтобы вы могли определить, на каком, как, когда эта ягодка, когда эта посылка будет уже на вашей почте. Так вот на сегодняшний день выглядит белый швед. Это первый год, я думаю, в следующем году ее больше будет. Обычно первый год ее, это 70% урожая мы видим. И на второй год у нас уже много, самое много урожая селекции саженцев.